Всем здравствуйте! Сегодня у нас 18 апреля 2022 года. Сейчас 12 часов дня, 10 градусов тепла. Но опять же, сильный ветер и прохладно. Что у нас в Одессе? Рано утром, в 5:30 утра, у нас была воздушная тревога. Потом было в 9:30 воздушная тревога, но без всяких взрывов и посторонних звуков. Что у нас еще за Одессу? Значит, 17 числа должно было быть выступление на книжке, но так как вчера был сильный ветер, все эти выступления перешли в клуб одесситов. И там было выступление, и был благотворительный концерт. Были интересные встречи. Это было вчера. Сегодня с Одессы выходит эвакуационный поезд с вокзала нашего железнодорожного. Бесплатный. Я уже говорила, что есть и платные, есть и бесплатные. Также Одесса отправляет в Николаев цистерны с водой, потому что там проблема с водой. И я знаю, что также набирают в такие баклажки воду и тоже собирают их отправлять в Николаев. Что у нас еще в Одессе сегодня? Ну, сейчас сильный ветер. Холодно, конечно, все цветет, в Одессе все работает, выглядит как бы все хорошо, но вы отлично понимаете, что у нас война, и это очень напряженно, и хочется уже скорее, чтобы это закончилось. В Одессе все работает, есть вода, свет, газ, работает общественный транспорт, люди выходят на работу, открываются компании другие, все новые и новые, которые дают людям работу. Но все же чувствуется, что такое напряжение в воздухе, в городе, в стране, что ну, хочется мира, очень хочется. Я хочу сказать, одесситы всегда были позитивные, всегда старались все держать на позитиве. Но иногда это очень сложно. Хочется, чтобы кто-то сказал добрые слова. Но все равно я хочу всем вам сказать, я желаю вам добра. У нас все будет хорошо, безусловно. Мы это понимаем. Спасибо всем большое.